Внутренняя Монголия, мир степей и гор, северная провинция КНР. Исторически эта территория располагалась на границе Китая и, собственно, Монголии. Сейчас это хоть и не самый многочисленный район Поднебесной, зато он сохранил исторический колорит и национальные традиции. Здесь почитают Чингисхана, наряду с китайской кухней предпочитают баранину и блюда, похожие на бурятские позы, пьют молочный монгольский чай и живут по китайским канонам. Огромные города с бесчисленными высотками, многоуровневыми развязками, просторными площадями и уютные китайские кварталы, пагоды и буддийские храмы. Внутренняя Монголия граничит с Россией на северо-востоке. Соседи, уверяют в их правительстве, видят друга и стараются понять его. Заинтересованы в близком взаимодействии с тремя регионами – Забайкальским краем, Республикой Бурятия и Иркутской областью. Для этого даже действует специальная программа. Чаевые пути. Есть механизм сотрудничества между Хухота, Улан-Баторе, еще Иркутск, Республика Бурятия, еще Забайкальский. Это как называется? 5 мест, 3 стран. Такой это механизм сотрудничества. Нам нужно, особенно для администрации правительства нашего района, нужно активно стимулировать сотрудничество гуманитарно и туризма, и науки, и спорта, и так далее, разных областей. Удивить в плане промышленности этот китайский регион вряд ли сможет. Здесь производят главным образом сельскохозяйственную продукцию. Работают современные молочные заводы и агропромышленные комплексы – теплицы. А вот туризм может стать действительно одним из самых перспективных вариантов сотрудничества. Например, их мемориальный комплекс Чингисхана во внутренней Монголии за сезон посещает больше 3 миллионов китайцев. С их численностью населения это не предел. First, Чингисхан. Миллионы посетителей интересуются судьбой Чингисхана, историей и традициями Монголии, обрядами и их кухней. Жителей внутренней Монголии, как показало минувшее лето, интересует похожая бурятская культура, красота Байкала и вкус омуля. К тому же в провинции уже появились прямые авиарейсы в Иркутск. Цены на них немногим дороже, чем стоимость перелета до Пекина. Да и в небе придется провести сравнительно немного, меньше 3 часов. Только прямые маршруты работают лишь летом, тогда и стоит ожидать рост туристического потока.